Всех приветствую на своем канале. Вот такая у нас зима. Сегодня 30 октября. Ну, пресс я уже давно отцепил. Недавно, наверное, не 10 назад все думал, сенаж закатаю. Ну, повесил огнетушитель такой. Пресс. Тьфу-тьфу-тьфу. Все нормально. Единственное, один скат. Вон загнули, оборвало его. Но я его нашел. Фу, не нашел, надо купить и поставить, сделать. Ну, до весны. А так, фу-фу-фу, вроде ничего. Там он. Эти. Такие вот пальцы маленькие есть, позагибавшие. Ну, это у нас такая дорога. Вот. Это... Не оригинал, так загнул палец. Херня, вот такой вот. Ну, в этом году и сена не было. И скосил я больше. И был один. Ну, и так помогал, конечно, гребсти. Но не везде. Скосил я все, что у меня было, наверное, и зеленинских еще прихватил. То есть по объему. Не меньше, чем в том году я косил, но сена ни хрена не было. Наверное, рулонов 600. В том году полторы, больше, чем 1500. А в этом году рулонов 600, наверное. Да, и сеянное хорошо было. То есть овес сеянный. Следующий год тоже буду сеять. Так что, думаю, ну, вот на овсе можно и вылезти. И сенаж. Сенаж в этом году получился хороший. И вот овес закатал в сено. Не молоченый такой. Его охренительно хреначат бычки. Но, в принципе, видео не об этом. Ну, подписчик там писал в комментариях и спрашивал. Говорит, у меня навернулась автоматическая обмотка на данном прессе. И ни хрена не работает. Я ему написал, что я не в курсе, как бы не знаю по автомату. У меня нету автомата. Но я видел, как люди переделывают на вот мой пресс на автоматическую обмотку. Может, кому-то понадобится и может этому подписчику и поможет сделать на его прессе автоматическую вот эту обмотку. Я не знаю, как схему восстановить и как она работает, как должна работать на тракторе. Не помню, на том у меня стоит, нет. В общем, электрика идет здесь два провода. Две, то есть шины с проводами. Первое, это идет розетка подключения к трактору, то есть поворотники, габариты, стопаки. Вторая маленькая отдельная идет. Это идет подключение электричества на обмотчик. Там два провода, плюс-минус розетку обрезаете или вырезаетесь рядом, плюс-минус кидаете. Даже если вы ошибетесь плюсом-минусом, ничего не будет. То есть попадаете плюс нормально. Я не знаю, какой там провод, что я каждый раз мучаюсь. Я вообще там крабы повесил и все. Хотя сделал... На тракторе заморочился, купил эту итальянскую двойную розетку, поставил на трактор, подключил ее, но на самом подборщике не сделал ее. Так что две розетки, большая и малая здесь. Малая идет на обмотку, большая это подключение к самому трактору. Я сейчас просто хочу достать вам, показать, какой у меня пульт. Потому что они разные шли. С этим автоматом и шел один. Без автомата и шел простой другой. Так, вон с той стороны. На всякий случай вожу и шпагат. Но, правда, я уже давно-давно им не мотал. И бывают трудности в запуске шпагата. Потому что вот этот вот редуктор, он там... затвердевает. У меня вот такой вот пульт, то есть зуммер, он сигнализирует, кнопка красная,
лампочка красная загорается. Нажимаю, у меня пошла принудительная обмотка. То есть как только лампочка у меня давление поднялось, лампочка загорелась, я нажимаю пуск обмотки. Так вот, грамотные люди говорили так, что сюда подается плюс, кнопкой перемыкается плюс, и идет этот плюс на обмотчик сетки. Так вот, брали плюс, то есть, а на лампочке наоборот, то есть, когда датчик замыкается, он сюда подает либо минус, либо плюс. Я не помню точно, как этот, но брали провод с лампочки, то есть, когда она начинает загораться, и кидали его на кнопку на подачу электричества на сам обмотчик. То есть, когда лампочка загоралась, автоматически сюда подавалось плюс или там минус, замыкалась цепь. И не нажимая кнопки, у вас уже обмотка сама и шла. То есть, все завязывали на лампу. Так, ну у нас уже вместо снега, пока снимал, дождь пошел. Накрыл надо кирпичами, а то ножик намокает, ржавеет и потом хреново режет. Лучше его накрыть. И сетка там намокнет, потом будет буксовать. Ну, в общем, вроде бы понятно так объяснил, что автомат завязывается на лампочку, то есть, когда давление превышает, начинает достигать предела, то есть, у меня она доходит до красного, загорается лампочка на пульте, то есть, сигнализирует. Виталь, ты не подслушивай, иди. Зуммер срабатывает. И лампочка, то есть на кнопку замыкаем с лампочкой, то есть лампочка загорелась, автоматически подала электроэнергию. Блин, снимал видео, хотел за один раз снять, но получилось, что 3 раза. Он накрыл, надо кирпич положить. Ну, вроде все понятно, объяснил, как что сделать автомат на любом прессе. Сломан у вас автоматическая обмотка или не сломана. В общем, надеюсь, что доступно все это. Рассказал. А так, какие вопросы, расскажу, покажу.